остановочный пункт имени Павла Шпилевского. В год мира и созидания Республики Беларусь мы, юные спасатели, особенно хотим привлечь внимание к привитиям культуры безопасности среди населения. Изучение истории и культуры нашей страны, законы безопасности и их выполнение – это часть нашей жизни. Ведь именно плечом к плечу мы можем написать новые яркие краски и страницы для своей страны.